Ханты-Мансийский, Нижневартовские районы, Нягань, Мегион и Ханты-Мансийск. 12 новых случаев зафиксированы в этих городах региона. Большинство из ранее выявленных очагов. Однако на этот раз из заболевших 4 человека старше 60 лет, а сразу у 8 югорчан выявлена пневмония. Ситуация по коронавирусной инфекции развивается, что диктует нам соблюдение мер профилактики в повседневной жизни, в быту. Нет залповой заболеваемости, но сохранять все ограничения еще нужно, и выходить из режима ограничений еще рано. Несмотря на то, что 39 югорчан выздоровели, лечение остальных продолжается. В больницах сегодня находится 114 заболевших коронавирусной инфекцией. У 8 из них состояние тяжелое, 3 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Чуть более 1000 исследований выполнено за прошедшие сутки в лабораториях медицинских организаций. Здесь тоже стабильная, на мой взгляд, сегодня надежная работа, которая позволяет как в течение 2, максимум 3 дней получать результаты анализов от момента забора. Что касается оснащенности медицинских учреждений необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты для врачей, то в этом в регионе трудностей пока нет. Запасов по всем категориям хватит минимум на месячный срок. Помогают поддерживать наличие необходимых медикаментов и спонсоры.